Всем приятной жизни! Это шашлык, и мы продолжаем играть в героев меча и магии 6. Так, туда уже Юген прилетел. Я не знаю, пойдет ли Юген нападать на город сейчас. Не, он улетел, слушайте. Он не будет нападать, а здесь не так много этих чуваков. Мы сюда, наверное, сейчас купим и героичика здесь. А, у меня не построено, кстати. Тут надо достраивать. Мы сейчас тут все наймем героя. Что тут у тебя? 14. Со стрелками есть? Вот, со стрелками, вот. Вот у тебя больше всего стрелков. Мы тебя наймем, апнем тебе этих. Если что, закупим тебе и дефайте этот город. Думаю, ничего страшного. Так. А сами пойдем решать вопрос с духами. Погнали решать вопрос с духами. Да, эти тоже куда-то там оттпхиваются, там армии собирают, нормально. Мы пока решим вопрос... Так, я же с ними поговорил уже, взял квест. Да, взял, уже серенький восклицательный знак. Восстановить храм, да! 20 единиц дерева у нас есть, у нас 100 единиц дерева. Все, тут-то дело в 5 минут. Вот, и все, и теперь мы идем с духом говорим. Ручьев, так, надо тут строить, не забывать, строить, строить. Что тут еще не построено? Вот эту шнягу надо строить. А еще я понял, что у меня заклинаний мало, я знаю. Так, идем трындеть с духами. Пропускаем ход. Так, тут прям уже выдвинулась армада этих. А что она так далеко бегает, а? Ирина умеет строить не хуже, чем разрушать. Мы последуем за тобой по доброй воле и замолвим слове. Отлично. Теперь в городах можно нанимать духов ручьев. Ты быстро находишь союзников, Ирина. Теперь пойдем. Так, ништяк, это я могу теперь построить здание, да? Отлично. И я теперь, значит, и в другом городе могу построить это здание. Отлично. Так, духов мы, это... Теперь мне бы надо бы телепортнуться вот в город, только вопрос, в какой меня кинет. А, не хватает очков передвижения, ну тогда побежали так. Закончи то, что ты начала. А не... Так, нам, короче, теперь надо с другими духами идти. Тут серьезная угроза. Так, я думаю, нам надо купить... А ну-ка. Если я закрою... Это у нас кто? Ты, да? Тут смертельная. Ну, я думаю, в замке мы бой дадим. В замке мы бой дадим. Во всяком случае, я на это хочу надеяться. Тут этот чувак бежит. А она не пошла на замок нападать. Замечательно. Там и добегаем. Да что ж тут так медленно-то и ты идешь ты, а? Ладно, погнали к другим духам воды. А у тебя что за армия? Высокая, Мейлин. Блин. Ну ладно, если что, я сейчас сделаю так. Я игру сохраню. Или телепорт кастануть, подождите. Ладно, я сейчас игру сохраню, а там посмотрим новый слот. Так, 1-1-1-1. Сохраняем, все. И погнали к следующим духам. Чё вам нужно от меня? Мы есть ветер и вода, но не тепло. Можешь управлять нами или упросить нас, но не жди дружбы. Снежные девы — это духи Шаласы. Они не совсем разумные существа. Но Кирин, владыка духов и живых, прислушивается к ним. Так что же? Если я силой поставлю их в свои ряды, то мне придется сразиться и с самим Кирином? Возможно. Шаласа — это вода. Она одинаково любит и силу, и ловкость. Вопрос в том, кто ты и кем ты хочешь, чтобы тебя считали. Офигенно, я ничего не понял, но мы будем дружить в любом случае. Прошлой зимой, в сильнейший снегопад, жемчужная дева покинула храм и так и не вернулась. Найди ее, и пусть ее дух обретет покой. Жемчужную деву найти. Шикарно, блин.
Где мне ее искать? Скажите мне на милость. Знать бы, где ее искать. На карте бы поставили. Найти тело пропавшей жемчужной девы. Так, ну ладно. А он нападает, да, говнюк? Поражение. Ой, что-то тут все тускло. Ну, давайте переиграем. Ой, как слабо бьют вышки. Ой, как они слабо бьют. Не, походу, тут нам не варик. А это что такое... Положительные, кроме того, целевой отряд. Кроме того, целевой отряд защищен отражением боли. Давайте он с этими духами, они у нас ключевые сейчас. Так, жрицы. Да нет, тут не вариант, ребята, драться. А откуда ж у них так много жриц? Не, мне, короче, надо, да, тут не вариант, я уже понимаю. Да, мне надо грузить игру и с духами пока, значит, трындеть рановато. Мне надо сносить этих героев вражеских, потому как если я их сейчас не снесу, то и захватывать те города мне надо, получается. Блин, ну меня просто что смущает, я же такой же, по сути, по силе город... Снес. Так, ты ж сюда сейчас прыгнешь, да? А ты до этого... О, отлично. Хотя мы можем в замке дать бой. Так, тут получается капа только не грейженные, да? Ну да. Так, все, что мы тут купили, да? Слушайте, ну давайте... Сейчас я тогда вот эту героиню... Отправлю звездеть реально с духами, пусть она идет там перетрет. Тут серьезно, давайте я, пожалуй, сейчас сохранюсь. Ну, опять же, на 1-1-1. Пропущу ход. Если он на меня нападет. Ага, это вернулась, шняга. И этот вернулся. Все, тогда я сам на них буду нападать. Они не хотят со мной биться. Они не хотят со мной биться, значит, я должен снять хотя бы одну армию вражескую. Не знаю, правда, чью лучше. Чью мне... А я до какой? Я до обоих добегаю, интересно. Сейчас прогрузятся текстурки. Да, тут небольшая угроза, тут серьезная. Давайте-ка мы на небольшую снимем... Атаковать. Что у нас будет по потерям? Ну, большие потери. Я все-таки хочу переиграть. Я думаю, у меня получится лучше. Блин, капу, наверное, сюда. А, хотя там нет препятствия. Ну, нормально, погнали. Блин, вот эти духи, а вы не лучники случаем? Я вот не помню. Почему на один ход только лишь? И почему егошние первые ходят, а не мои? Да ну нафиг! Так, а вы не стрелки, да? Ладно, сейчас я долбану. На! Бедный капа. Чё, пойдете, блин? Пошли. Вон, могу прыгнуть на этого, но тогда весь бой будет там, не хочу. А вот, пожалуй, вот сюда я запрыгну. Бум. Фига там этот прилетел. Да хорош кастовать вот эту свою срань. Да чё у них инициатива выше, чем у меня? Да что это вообще за трешак? Это вообще хрень какая-то.
Блин, не, мы тут сейчас потеряем много существ. Сколько? 8, а он в ответ 6. 5. Да хорош уже долбить меня, блин, задолбал. Чё ты прыгнуть не можешь, потому что... Ладно, хоть одного убили. Ну, тут у меня, правда, основной дымаг, это, конечно... Так, а ну-ка иди-ка. Не, в принципе, чем дальше это, тем круче, потому что мы-то заключили союз с духами, а они-то не заключили. Поэтому нормалек. В принципе. Так, ты иди выноси вот тех вот 109. 30, что ж ты так мало? Ну, он, в принципе, в ответ только 9 долбанул. Нормальдыс. Опять же, очень я не хочу... Очень я не хочу. Да хорош по два раза долбить, блин, задолбал. Две капы, а ну-ка снимешь. А ну-ка, если я долбану его. Сорокет, давай удачку и двух снимай. Никак, блин, придется, короче, этого положить руками. 17, 44. Нормально. Иди снимай эти 46, чтобы они не прыгали. Да хорош уже маговать, задолбало. Так, стань возле этих сраных духов. Так, ты... А, у тебя уже связь есть. Тогда иди, короче, могуйся вот так. А ты... Сейчас 112 мои будут ходить сегодня или нет? 112, наложите-ка на себя хил. Ты тут убиваете 22. Все, ништяк. Ты тут стой в дефе пока. Во, эти начали хилиться. Во, эти по 11 хилятся. На, блин. Так, ну нормально. Хотя, что нормального? Короче, примерно одинаковые потери... О, ништяк, я в замок забежал. В замке я бой дам. В замке я бой дам. Высокая, посмотрим, что он сейчас будет делать. Он тпшится и убегает. Великолепно. Великолепно. Так, теперь мы делаем как? Слушай, а давай я тебя отправлю. Действительно, ты же можешь потриндеть с ними? А, не можешь. Но ты можешь мне помочь искать эту... Господи, как ее? Труп этой. Слушайте, я сейчас тогда за Ирину пойду потрындю с ними. Да? Так, этот сразу начинает бежать. Блин, да что ж ты будешь делать, а? Откуда у вас столько армии? И у него угроза серьезная. Ну, серьезная это небольшая на самом деле. Я не могу добежать. Орда, орда, орда. А тут в армии нету никого. В этом, в замке. Короче, давайте тогда будем делать так. Ты тогда тут все исследуй. Все эти острова, всю эту лабуду. Пока. Да, мы пока не знаем. А это что такое? Ну, пока неизвестно, что это такое. Так, тут у нас, я так понимаю, ничего в замке купить нельзя, да? Да, в замке все пусто. Так, ребята, вылетела игра, короче. Вот, поэтому придется сейчас грузить последний сейв. В общем, она в чем суть? Она что вылетела? Там я посмотрел, ну, естественно, запись прервалась. Блин, на самом деле бесят такие моменты, потому что когда запись прерывается, файл крашится, в итоге там несколько минут последних уходит в никуда. Приходится заново его записывать и все такое прочее. В общем, я когда прибежал в этот город, этот чувак, который тут был, он решил со мной не драться, он тпхнулся обратно. Я все-таки решил напасть на этот город. Тем более тут незначительная, ну вроде как серьезная, незначительная угроза.
Я думаю, можно за это все дело завалить имеющимися у нас лучниками и вот этими чуваками. И захватить этот замок. Я надеюсь, что... И вот игра крашнулась, когда вот так вот оно что-то думало, думало. Вот, сейчас оно нам насчитало поражение. Ну, кстати, может, в замке мы и проиграем на самом деле. Ну, я сейчас хочу посмотреть и на самом деле увидеть это, да? А там уж дальше, как говорится, видно будет. Ну, вот куда... Блин, вот если бы у них не было этой мол... Да, идите... Да не, мы тут, короче, я уже понимаю, что мы здесь проиграем, походу. Ладно, сейчас подойдем, будем ломиться в ворота. Ну да, 6-9, понимаете, через ворота у нас штраф идет в стрельбе, а у них не, а у него не идет, так что. Так что пока мы будем пробиваться, он нас выгодно будет расстреливать. Если бы баллиста еще по воротам стреляла, было бы хорошо. Да, я понимаю, брать замок таким макаром вообще плохая задачка. Ну, а ты тогда тут станешь деф. Ну, вон, они по 15 хренячат, и я ничего не могу с этим поделать. Конечно, могу это умиротворение кинуть, но... Без понту, ребят, без понту. Он кастует всякие световые бомбы свои. Не, хотя с другой стороны, может, 240 вот этих моих амёб расхренячат все-таки всех. Почему нет, да? Казалось бы. А почему нет? Может и расхренячит. Ну, он молниями тупо закидал моих существ. Так что тут я уже ничего не могу поделать. Но он продолжает закидывать. Так, тут, наверное, на связь кинуть. Да, мы, наверное, не сможем взять этот замок. Блин, еще напрягает то, что сейчас этот выпуск придется перерендеривать все. Все это делать, короче, делать опять заново. Переконвертить. Когда вылетает игра, это, короче, очень плохо. Они что-то у меня... Ну, не часто, но вылетают, сволочи. Так, доламываем мы крепостные ворота. Доломали. Отлично. Как тут? Тут можно крутить камеру? Нет? Я не помню, как. Да нет, тут можно. Так, так. Ну, теперь-то все легко пойдет. Слышь, у тебя там уже мана должна закончиться, колдовать столько. Так, кто девяточка ходит? Сними ответку с этих, и мы, пожалуй, их будем выносить сейчас. Да что вы лучше бы вот этим чувакам оставили и удачку, и всю лабуду. А то ни удачи, ни боевого духа. Все сожрали, блин. И что толку? Да идите вы. Не, я, может быть, даже и... Хотя нет, я не выиграю этот бой. Уже 160 было у меня. По 200, да? Да, я, конечно же, не выиграю этот бой. Ну да, ладно. Тогда мы загружаем игру. Получается, как раз с того момента, вот с этого момента, да? Когда я побежал. А, вот, я, получается, не побегу с ними воевать. Да, их надо воевать, выманивая вот так вот и убивая в поле, скажем так. Потому что воевать с ними... Ну вот, я, вы поняли, да, что сделал? А, ну это ж левые чуваки. Я вот так вот побежал, забежал тут в конюшню, и тут, ну тут, в принципе, даже я добегаю практически заход. Тут просто, видимо, как спуск сделано, поэтому так долго. Ладно, пойдем мы перетрем тогда с духами.
Но тут проблема в том, что как только я от... А, нет, сейчас он не побежал, этот говнюк. Еще вот эти вот врата. Так, ты бегай, ищи этот. Ищи прах этой. А, может вот это он и есть? Слушайте, а может вот это он и есть? Но мы сейчас, конечно, еще тут побегаем. Так. Ладно, ход пропускаем. Сейчас 7-й ход будет. Вот, видите, уже говнючка побежала. Мы... Так, слезы. Закрыть. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, и вот он включился. Слушай, а ты-ка запрыгни-ка. А ну-ка. Вот она. Только я должен именно, видите, главным героем прибежать. Вот тут все так, ну, мы хотя бы нашли. Мы хотя бы с помощью побочных героев нашли то, куда нам надо лететь. Так, ход пропускаем. Ты же не добежишь? Ой, как хорошо она стала возле замка. Угроза серьезная. Так, и первый день. Не, я тут не могу упустить. Я улучшенный городской портал. Кинь нас сюда, пожалуйста. Отлично, кинул. Так. Замечательно. Сейчас я тут скупаю всю армию. Оп. 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 И уже небольшая угроза. И уже небольшая угроза. Так, сколько у меня чего? 13, 277, 150, 39, 44. Но это я, чтобы если потери, да, считать, то... Ну тут в поле-то мы их одолеем вообще изи. Дайте я все-таки руками передерусь. Не хочу доверять. Имбой. Блин, а у них и эти появились, тоже водные. Да какого черта инициатива такая высокая? Это что за подстава, блин? Мейлин. Какого хрена? Инициатива просто нереальная какая-то. Просто нереально. Да что я сотворил, блин? Так. А мы можем этот бой... Да. Короче. Вот это... Да не надо, да забесите. Дайте я загружу игру. Ну, получается, мне после... Так, все, за... отвалите. До того бесит это. Ладненько, я на этом, наверное, выпуск закончу. Большое вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.